Привет! Короче говоря, челлендж CSGO. Мы не подкатываемся, не ложимся, не бегаем с шифтом. Хотя хотели добавить, когда у нас нож в руке, типа нажимать shift, но в итоге решили оставить как есть, потому что мы не смогли бы контролировать это. Взяли самые хорошие пушки из CSGO, короче. Ну и время от времени играли пистолетки. Ну, то есть пистолетные раунды. В общем, приятного вам просмотра. Чувак, хочешь много додата на новичка? Тогда слушай. Для начала идем на сайт Mail.ru и регаем новую почту. А потом переходишь по любой из ссылок в описании. По первой ссылке ты получишь любое оружие из серии Якудза. Рекомендую тебе Crazy Horse. По второй ссылке ты получишь боевое снаряжение на 30 дней и пулемет, который не нужно чинить. Для ПВЕ это конфетка. Пушки Неон и Випку ты получишь по третьей ссылке в описании. Ну а четвертая это платиновый кейс с кучей разных крутых пушек. Ну а после 11 ранга тебе предложат купить золотые пушки. Ну или вовсе Крис и АК Альфа. Ну а на сайте игры ты можешь просто привязать телефон и получить випку на 7 дней. Регайся прямо сейчас и иди уже разноси всех. Нет, там же мы будем в атаке. Давай на палец. Давай на два. На два, да. На палец пока мы только дойдем до аварии и все. Не потейте, плиз, если войти нельзя. Чувак, ты не потей, пожалуйста. Покиньте, дожрете меда. Не факт, что взорвем, но... Я взорвал. Я убил. Я 5 смотрю. 5 авик. Найс. Спины смотрите, чего? Кто-нибудь, я захожу. Хорош. Ты можешь это сделать. Аккуратнее, это авик. Это ОП. У тебя флешка только флешка. Осторожно, граната! Дым можно? Можно, конечно. Можешь оба кинуть, похер вообще. Кидаю гранату! У тебя 30 граната. Секунд на то, чтобы взять бомбу. Бомба взята. Хорош! Браво! Кейсеры в деле! Скилл на пределе! Подсадите меня на палец на парапет, пожалуйста. Ну тебя-то подсадим, а как мы пройдем? Так, смотри. Тройные рандусы есть там, все дела. Почему нельзя подсаживать? Рынок, я дым дал. Погнали, пацаны, в подкат залезай. Это порточка. О! Да чего? Ты вторая? Опа. Окно нету, по-моему. Я самый быстрый. Кому ноль дать? Тупо флеш. Давай, я поставлю. Опа. Режим турбо. Да, блядь, я не могу окно даже пройти, господи. Тут просто снайпер стоит. Кинь дым. Куда? На подъем, на лестницу. Я фу. Я потерял. Хороши. Окно, медик. Мед на пленту. Убил? Вы чё, дикие что ли? Алло! Я тоже хочу быть авиком. А у меня что-то не летит ни хера. Я просто умираю, два из двух. Надо было скаут пройти. Сейчас я по фасту, по таймингу, короче, пройду и убью кулак. А мы пистолетку не сыграли. Ебать, ты быстро бежишь. Мы пистолетку не сыграли. Медиум, не так быстро, ноги сломаешь. Давай, короче, если слив будет... Нет. Если слив будет... Раунд сольём, если, то играем на этот... На пистах раунд. Мы не зайдем за крытый план, мне кажется. Пойдем на один. Перетяг, пацаны. Обернись, посмотри на меня. Простите, анальный. Кстати, быстрее бежишь, по-моему. Нет, тебе скоро носи. Иди под ВК, я под ВК ставлю. Ух, хэдшот, детка, you are old. Да. Вантап, кому дать. Ты не видел, Костя? Нет, она прошла. Я полностью дым. У меня полностью дым. А, еще пистолеточку. Не-не-не, мы если сольем раунд, то пистолеточку смену будет. Смену уже сделали. Да и похер. А, да, точно, блин. Пистолетку подсел. Ну не, мы такими темпами вообще не выиграем. Ну давай, похер, поехали. Один. Один, да. Ай! Давай, Редли, догоняй. Под бока. На мешках. Нашли спар. Один арка, убил арку. Хорош. Фуловый инженер, окно еще будет. Убил. Окно, фуловый инженер. Без катката, без прицелов.
прыгаю. Может, ты сам умрешь или нет? Хорош! Тарага, он если будет. Будет тут. Около окна. Около пока окна. Не лезет. Хорош! Тарага, ты чё, крейсер прирожденный? Глобал, что ли? Защитите стратегические объекты. Так! Глушитель, снимай, Тарага. Глушитель нельзя же вот это. О, угу, нет глушителя в КС. Сзади, сзади. Убил. Еще я тут. А, поднял. Поднял. Да ну это не вариант, Сью, убийца. Сейчас пистолетка. Мы слили раунд. Нет. Да. А, да. Мы слили раунд, пистолетка. А у вас под окном уже. Сыти, по... это я под окном. Он на респе, на дайлке. Не успел уйти. В очко. Господи, у меня двое. Не, если жестко, то до конца. Давай, все, поехали. Сейчас похрен на смену, короче. Больше на, после смены не будем играть с пистолетами. Пошли двойку попробуем разыграть. Так сейчас с оружием или с пистолетом? С оружием, с оружием. Ты возьмешь Зигу? Чё, тихо. Я добегу. Старая, по-моему. Зига, убил. Я не успел. Хорош. Тихо. Убил. Старая есть, пойдем на два. Старая. Пойдем на два. Они у меня, пацаны, не перетягиваются. Он у тебя один. В зелени? На единице один. На зелени у меня. Ну и все, я перетягивайся убью. Быстрее, все, Пакер. Тихо, все, уйдите. Да че уйдите 30 секунд? Он, все, он, ну ты дятел, ты нам раунд сливаешь, где он? Бейте, ты плент там поставил. Где он? Убейте его, и челик бежит меня убивать. Ёбаный козел, а? Кто тебе создал такую? Пошли на два. Посадите меня на зелень, я зелень прямо если будет пушить. Зелень-то не там. Медиум, выйди с лупы. Чё, пистолеточка? Установите бомбу. Бушмастера случайно нету в комнате? Нет. Да пошли уже два. Пошли уже два. Да мы на один. Я с пулы стреляю. Да. Под БК поставишь? Да, иди на БК. Иди на зелень. Сразу пока я дойду. Я пришел. Бля. Зига, Зига. Игра на время. Он Зига. Кидаю гранату. Тобой, под тобой. Плен, плен, плен. Игра на время поиграй. Зачем ты слез? Ты режим суслика активировал, да? Хорош. Как же это жестко! Ты мой бро. Пацаны. Я недоволен, надо переснять. Мы даже без шифта скатнули, алло. Крысы! Пишите ему там, что мы играли в Кайс. Ну че, изи, я не почувствовал, надо переснять. Давайте еще раз сниму. Не, наоборот, классно, вот эта катка. Но по-любому я ее выкладывать буду. Я ее буду по-любому выкладывать, потому что челы там как раз агрессивные такие попались, блядь, это четко. Мои фраги замажут, типа я скажу, что я 20. Да господи, какая разница, блин, что у тебя от фрагов пища длиннее станет? Нет, ну и хуй забей.